Тем временем густой смог сегодня накрыл казахстанскую столицу. По информации метеорологов, дым мог прийти в мегаполис севера страны и Павлодарской области. Там в минувшие выходные полыхала степь. Превышение концентрации загрязняющих веществ специалисты зафиксировали в центре Левобережья и на окраине города. Жители столицы жаловались на задымление и неприятный запах гари. Это сероводород, оксид азота и диоксид азота. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в городе Нур-Султане ведется на 10 стационарных постах. 6 из них автоматические и 4 поста ручного отбора. По прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, преимущественно дождь. 18, 20 и 21 апреля ожидается усиление ветра.